Садимся ноги с кресла, простой скрес или чуть глубже, как вам удобно, как комфортно. Если нужно, берем что-то для возвышения, под ягодицы укладываем. Если ваши колени намного выше вашего таза, или же если у вас сильно скругляется поясница, обязательно садимся на возвышение. Может быть, кирпичик, одеяло, сложенное в несколько слоев, или же что-то другое подходящее. Достаем из-под себя ягодицы, чувствуем, как мы сидим на наших седалищных костях, выравниваем спину от поясницы, вытягиваемся, раскрываем и проворачиваем плечи, лопатки чуть сводим вместе, даем нашим ключицам открыться, руки мягко лежат на коленях, вытягиваемся шеей, макушкой в потолок, вырастаем еще на пару сантиметров. Во время практики, напоминаю, слушаем только себя, только свое тело. Если есть какие-то противопоказания или же вы чувствуете боль, отдыхаем в положении баласаны, макушка на полу, или же устраиваем себе небольшую шавасану, ложимся на спину, расслабляемся, и когда вы будете готовы, присоединяемся дальше к потоку, к флоу. Если вы решите чуть раньше завершить практику, обязательно уделите 5-10 минут шавасане в конце вашего занятия. Мы прикрываем глаза, еще раз проверяем положение нашего позвоночника от седалищных костей. Внимательно проходимся до самой макушки, вытягиваемся еще раз, выравниваемся. Сегодня наша практика будет посвящена укоренению, усилению наших корней, наших опор, наших ног. В том числе работой над кором. Без стабильности живота, поясницы. Сила в наших ногах не имеет никакого значения. В нашей жизни, чтобы нас не шатало из стороны в сторону, мы были стабильны в наших решениях. Нам нужна сила наших корней, наших опор, стабильная поддержка. И сегодня мы этот аспект будем прорабатывать через наше тело, усиливая и стабилизируя наши ноги, как наши корни, чувствуя эту опору, эту поддержку и стабилизируясь в ней. Еще несколько мгновений приходим в свое тело, мысленно, внимание опускаем наши ноги. Прочувствуйте ваши стопы, голени, колени. Прочувствуйте все части ног, которые сейчас касаются пола. Насколько они стабильно лежат, касаются опоры и поддерживают вас. Прочувствуйте внутри себя уверенность, которую дают вам ваши собственные опоры. Несколько мгновений понаблюдайте за вашим дыханием, выровняйте его и успокойте. Все мысли, которые приходят в голову, проблемы и заботы, мягко отправьте плыть мимо, как облака, не задерживаясь на них, не зацикливаясь. Мы откроем нашу практику традиционно с пропеванием трехкратного ОМ и гаятри мантры. Собираем ладони намаскар перед грудью. Это вибрационные практики, которые работают для нашей нервной системы, подготавливая ее, перестраивают вибрации нашего тела,
Все вместе делаем промежуточный вдох и выдох. Готовимся. После глубокого вдоха начинаем. Савитур вареньям, Барго девасья димахе, Дио йона прачодаят. Ом шанти, шанти, шанти. Держите глаза прикрытыми, опустите ладони на колени, соберите указательный большой палец вместе, чинь мудро, кольцом вверх. Мудро зацикливают энергию, не давая ей выходить через наши пальцы. Чинь мудро работает над нашей осознанностью. Несколько мгновений пребываем здесь. Внимание отправляем опять в наши ноги, наши опоры. Если есть какой-то дискомфорт, никак не оценивайте его, просто понаблюдайте за этими точками. В начале нашего урока осознайте те места, которые как-то беспокоят вас. И медленно и плавно открываем глаза, расслабляем мышцы лица. Создаем мягкую-мягкую улыбку. И с этой улыбкой входим в нашу практику. Со вдохом вытягиваемся за руками вверх. С выдохом округляем спину, руки вытягиваем вперед. Вдох вверх. Выдох вперед. Еще раз вдох вверх. И выдох, округляемся. Кладем ладони на колени, со вдохом выводим грудную клетку вперед. И с выдохом округляемся. Вдох вперед. И выдох, округляемся. Еще раз вдох вперед. И выдох, круглая спина. Ноги вытягиваем от себя. Проверяем, сидим четко на ягодицах. Подтягиваем к себе правую ногу, согнутую в колене. Располагаем наши руки, собранные в замок под правым коленом. С выдохом вытягиваем стопу от себя. Разминаем коленный сустав. Не забываем о дыхании, не забываем о нашей осанке. За макушкой вытягиваемся вверх. И продолжаем дышать. Останавливаемся, вытягиваем ногу. Укладываем нашу правую руку, согнутую в локте, под колено, левую над коленом. Джану чакра
вращение в коленном суставе в одну сторону по максимальной амплитуде. Осознанные движения и в другую. Достаточно. Отпускаем ногу, вытягиваем из себя легкий шейк. Можно сделать самомассаж. Скрутка вправо на выдохе. Вдох вперед, скрутка влево. Левое колено подтягиваем к себе, пальчики рук переплетаем, под коленом располагаем. Работа в колене от себя и к себе. Активная правая нога полностью прижата к полу, носочек натянутый вверх. Вытягиваем стопу левую от себя, согнутая левая рука идет под коленом, правая укладывается над. Начинаем вращение, расслабляем стопу, вращение только в коленном суставе. Джана чакра в одну сторону и в другую. Не забываем макушкой вытягиваться. Достаточно. Вытягиваем ногу, легкий шейк, самомассаж. На выдохе скрутка влево. Вдох, возвращаемся, и скрутка вправо. Подтягиваем к себе колени, скрещиваем их и аккуратно переходим на 4 точки опоры. Поза стола, ладони стоят четко под плечевыми суставами, колени на ширине тазобедренных. Несколько циклов кошка-корова, выдыхаем, округляем спину, подкручиваем копчик. И со вдохом уходим в прогиб, взгляд поднимаем вверх. Выдох. И вдох. Выдох. И вдох. Добавляем легкое движение. С выдохом округляется спина, наши локти заворачиваются, смотрят внутренние поверхности друг на друга. Со вдохом мы прогибаемся и разворачиваем наши локти назад. Выдох. Локти разворачиваются наружу. И вдох от себя. Еще один выдох. И вдох. С очередным выдохом уходим тазом на пятки. Кончиками пальчиков рук прошагиваем по коврику вперед, вытягиваемся длинным животом, укладываемся в баласану и полностью даем себе расслабиться здесь несколько мгновений. Макушка касается пола, точка межбровья, укореняет нас и заземляет. Со вдохом с круглой спиной раскручиваемся и вырастаем в позу Варджрасана. Вытягиваемся за руками, вдох. С выдохом ладони намаскар перед грудью. Скручиваемся в правую сторону, располагаем левый локоть за нашим правым коленом. Паривритта Баласана. Расслабляем живот. Расслабленная мягкая скрутка. Со вдохом вырастаем вверх за руками, поднимаемся на коленях, подкручиваем стопы и прошагиваем левой стопой вперед. Выпад Анджаньясана. Со вдохом еще чуть-чуть больше вытягиваемся, прогибаемся по большой-большой дуге. Весь наш позвоночник как будто бы лежит на одной большой окружности. С выдохом чуть глубже проседаем. Еще один вдох. И с выдохом аккуратно кончики пальчиков рук уходят на коврик. Мы отрываем правое колено, стопу ставим в упор и переползаем аккуратно на правую сторону. Колено согнутое, левое полностью вытянуто, стопа смотрит от себя и носочек вверх, правая ладонь в упор, левая раскрывает нас. Дышим. С
каждым вдохом чуть больше раскрываясь в грудной клетке. С выдохом закрываемся, помогая себе руками, переползаем на левую сторону. Все так же левая ладонь в упор, правая раскрывает нас. Дышим. С выдохом закрываемся, разворачиваемся полностью вперед. Наша левая стопа разворачивается наружу на 45 градусов, правое колено в пол, помогаем себе рукой, чуть-чуть отталкиваем левое бедро в сторону, раскрываем грудную клетку, раскрываем тазобедренные и расслабляемся здесь. Никакого напряжения. Разворачиваемся все вместе обратно, ставим ладони в упор и отшагиваем в положение планки. Остаемся здесь на несколько дыхательных циклов. Подбираем наш живот, подкручиваем копчик, пятками вытягиваем себя назад за макушкой, тянемся вперед, ладонями толкаем себя от пола. Одна прямая линия. Дышим. С очередным выдохом колени опускаем в пол, начинаем отжиматься, локти идут вдоль корпуса, грудь, подбородок в пол, аштанга намаскар. Проталкиваем наш таз, укладываем на землю, ладонью прошагиваем чуть-чуть вперед и отрываем только грудную клетку от пола, бэйби кобра, локти прижаты к нашему корпусу. Из этого положения чуть-чуть добавляем ноги. Одна нога отрывается от пола. Вдох, выдох, обратно. Вторая нога вверх. Носочком тянемся назад. Опускаем вниз. И выталкиваем свой таз на пятки. Возвращаемся в баласану. Со вдохом раскручиваемся. Вытягиваемся за руками вверх. С выдохом ладони намасте перед грудью, скручиваемся в левую сторону, правый локоть за левое колено. Паривритта Баласана. Длинный, мягкий живот. Мягкая скрутка, расслабляемся здесь. На вдохе все вместе вырастаем за руками. Поднимаемся на коленях, подкручиваем стопы правой стопой, шагаем вперед, выходим анджиньясана. Чуть-чуть прогибаемся назад по возможности, раскрываем грудную клетку, плечи убираем от ушей, активные ладони тянут нас вверх и назад. Проседаем на бедре чуть ниже с каждым выдохом. На очередном выдохе аккуратно кончиками пальчиков рук упираемся и переползаем на левую сторону. Левое колено согнуто, стопа полностью на полу, правая. Смотрит вверх и назад. Раскрываемся. Дышим. Три глубоких дыхательных цикла. Стараемся правое колено и носочек развернуть четко в потолок. С выдохом переползаем на правую сторону. Левый носочек колена смотрит в потолок. Раскрываемся левой ладонью. Дышим. С выдохом аккуратно закрываемся. Разворачиваемся вперед сразу. Правая стопа 45 градусов, полностью приклеена к полу, левое колено в пол. Помогаем себе рукой, чуть раскрывая таз, раскрывая грудную клетку. Взгляд отправляем в потолок. С выдохом ставим ладони в упор и отшагиваем в положение планки. Подкручиваем наш копчик. Стопы стоят носочками на полу, пятки тянут нас назад, макушка тянет нас вперед. Дышим.
выдох. Колени, грудь, подбородок в пол, аштанга намаскар. Со вдохом таз отправляем на пол. Ладонями чуть прошагиваем. Бэби-кобра. Отправляем наши локти под плечевые суставы. Поза сфинкса. Сгибается правая нога в колени. Захватываем себя за стопу и стопу. Правой рукой подтягиваем к нашей ягодице. С выдохом возвращаем обратно, меняем ногу. Левая ладонь, правая стопа тянем к ягодице. Стараемся плечи вывести на одну прямую. Возвращаемся обратно. И выталкиваем свой таз на пятки. Баласана. Не задерживаясь здесь, ладони остаются приклеенные к полу. Круглой спиной мы вырастаем на вдохе вверх. С выдохом отжимаемся вниз. Аштанга намаскар. Со вдохом вырастаем. Собака морда вверх. Отрываются колени от пола. И с выдохом приходим в нашу первую собаку мордой вниз. Прошагиваем стопами. Ну, подвигаем корпусом. Даем себе мягко прийти в асану. И фиксируемся в крайнем положении. Проверяем симметрию наших ладоней на ширине плечевых суставов. Указательные пальцы смотрят вперед. Локти, трицепсы развернуты к коврику. Широкий верх спины. Длинная расслабленная шея. Оба бока параллельно друг другу. Стараемся колени вытолкнуть назад. Подтянуть коленные чашечки и пятки приблизить к полу. Развернуть наш таз дном вверх и вытянуться чуть-чуть сильнее. С очередным вдохом вытягиваемся за правой стопой назад. Собака на трех лапах. С выдохом округляемся и колено подтягиваем к колбу, прошагиваем между нашими ладонями. Левая ладонь остается в упоре, правая раскрывает нас скрутка. Несколько дыхательных циклов. Остаемся здесь. Растягиваем себя между ладонями. Удлиняемся животом. С выдохом аккуратно закрываемся. Разворачиваем правую стопу вперед. Левая стопа колена смотрит в потолок. Раскрываемся в скандасане. Дышим. С выдохом закрываемся обратно, вытягиваемся спиной и подшагиваем на передний край коврика. Складываемся вниз, призгибаем наши колени, укладываем мягко живот на наши бедра, расслабляемся, отпускаем все напряжение. Приведите внимание в ваши стопы. Стопы стоят параллельно друг другу, выровнены по внешнему краю. Большие пальцы соприкасаются с друг другом. Пятки могут быть немного порознь. Весь вес вашего тела распределен между тремя точками опоры под вашими пятками, под большими пальцами, под мизинцами и в середине вашей пятки. Арка стопы чуть-чуть подтянута. Все пальцы мягко лежат впереди. И с такой стабильной стопой мы начинаем аккуратно круглой спиной раскручиваться и вырастать вверх. Колени смотрят по направлению носочек. Раскручиваемся. В последнюю очередь вырастает голова. Сразу в конце чуть-чуть подкручиваем копчик. Активизируем наши бедра. Вытягиваемся за макушкой вверх, ладонями тянемся к полу. Положение тадасана. Со вдохом вытягиваемся за руками вверх, урдвахастасана.
И с выдохом ныряем через мягкие колени. Корпус параллельно полу, поднимаемся на носочки. Поза ныряльщика. Ловим свой баланс. Если вам тяжело подняться на носочки, можно присогнуть здесь колени. Держим. Лопатки сводим вместе. Активно руками вытягиваем себя назад. И с выдохом пятки уходят в пол. Уходим в наклон. Со вдохом только позвоночник вытягивается. И с выдохом отшагиваем положение планки. Колени, грудь, подбородок в пол, аштанга намаскар. Вдох. Проныриваем вперед, собака мордой вверх. И выдох. Таз забирает нас обратно, собака мордой вниз. Не задерживаясь здесь, со вдохом вытягиваемся за левой стопой назад. С выдохом округляем спину, колено подтягиваем вперед ко лбу, прошагивая между нашими ладонями. Левая раскрывает нас, выходим в скрутку. Проверьте, где ваши бедра находятся, насколько они параллельно полу. Стопы стоят на ширине тазобедренных суставов. Вытягиваем себя между обеими ладонями. Удлиняемся животом и позвоночником, взгляд отправляем вверх. Еще один вдох. С выдохом аккуратно переползаем, сгибаем полностью левое колено, правую стопу и колено разворачиваем вверх, раскрываемся скандасом, раскрываем грудную клетку, раскрываем наши бедра, с выдохом разворачиваемся обратно. Вытягиваемся позвоночником и подшагиваем на передний край коврика. Пригибаем наши колени. На этот раз мы соберем ладони позади спины в замок. И провернем его, отправим вниз к полу. Расслабьте ваши плечи. Расслабьте спину, шею. Прикройте глаза. И с очередным вдохом расцепляем наш замок, начинаем раскручиваться и сразу вытягиваемся за руками вверх. Урдвахастасана, вдох. С выдохом ныряем в позу ныряльщика, поднимаемся на носочки. Еще один вдох здесь. Выдох, опускаем стопы на пол, пригибаем наши колени и аккуратно переходим в позу стула. Уткатасана. Подкручиваем сразу копчик. Активизируем живот. Из этого положения попробуйте подняться на носочки и найти здесь свой баланс. Дышим. Аккуратно с выдохом стопы уходят в пол, уходим в наклон, складываемся уттанасана. Вдох, артх, уттанасана, позвоночник вытягиваем. И с выдохом отшагиваем планку, колени, грудь, подбородок в пол. Вдох, собака мордой вверх. И выдох, собака мордой вниз. Несколько дыхательных циклов. Отстраиваемся здесь, выравниваем наше положение. Со вдохом вытягиваемся за правой стопой назад. Активный носочек, все пальчики на носочке расставлены. Толкаем себя обеими ладонями от пола. Симметричное положение тела, закрытый таз. Еще один вдох, вытягиваемся. И с выдохом колено подтягиваем ко лбу. Прошагиваем между нашими ладонями. Отправляем левое колено в пол. Вырастаем за руками, вдох. Ладони перед грудью намаскар. Начинаем заводить наш левый локоть за правое колено. Скручиваемся. Чуть более глубокая скрутка. Со вдохом вырастаем за руками вверх. Анджаньясана. И с выдохом разворачиваемся в скандасану. Правое колено согнуто, левая нога прямая, раскрываемся, вдох. С выдохом закрываемся.
обратно и подшагиваем на передний край коврика, складываемся. Со вдохом вырастаем вверх, подтягиваем к себе правое колено и находим свой баланс. Обнимаем себя за голень, максимально близко подтягиваем к груди колено, дышим. Расслабленные мышцы лица, все внимание внутрь себя. Находим свой внутренний баланс. Придерживая себя левой рукой за правое колено, правой рукой стараемся раскрыться и сделать в этом положении небольшую скрутку. Закрываемся обратно. Аккуратно, не теряя баланса, выпрямляем нашу правую ногу. Стопа уводится назад. Выходим через положение аэроплана. Отшагиваем правой стопой полностью на пол. Левое колено 90 градусов, четко над нашей пяткой. Стопа смотрит вперед, правая закрыта 45 градусов внутрь. Активные обе ноги. Правая рука идет вверх, левая за ней. Выходим вира, бадрасана, два. Располагаемся здесь поудобнее. Подкручиваем наш копчик, убираем прогиб в пояснице. Обе руки параллельно полу. Взгляд отправлен вперед вытянутой руки. Дышим. Еще один вдох. И с выдохом чуть-чуть глубже выходим. Разворачиваем ладони к потолку. Со вдохом мягко переворачиваем нашего воина. Левая рука вытягивает нас вверх. Правая уходит назад. С выдохом выпрямляется левое колено. Наша левая рука максимально вытягивает нас вперед. Удлиняет весь наш левый бок. Располагаем ее на голени. И переворачиваемся позу треугольника, триконасана, там, где ваше тело позволяет вам быть. Столкните ваше правое бедро назад, левое вперед. Удлините, симметризируйте оба ваших блока. Взгляд отправляем вверх. Дышим. На очередном вдохе возвращаемся обратно. Разворачиваем стопы параллельно друг другу, собираем руки с кресла перед грудью. И с очередным выдохом правая стопа разворачивается вправо. Выходим вирабхадрасана 2 в правую сторону. Не задерживаясь здесь, ладони разворачиваем в потолок, переворачиваем нашего воина. Вдох, раскрывая грудную клетку. С выдохом наше правое предплечье располагаем на правом бедре. Стараемся раскрыть здесь таз в одной плоскости. Ваша левая стопа полностью приклеена к полу. Вытягиваемся за левой ладонью вверх. Уттита Паршва Конасана. Вдох. И с выдохом, у кого получается, вытягиваем левую руку 45 градусов за головой. Активное вытяжение всего левого бока и раскрытие тазобедренного сустава. Дышим. С очередным вдохом возвращаемся обратно, переворачиваем нашего воина, правая рука вытягивает нас здесь, и с выдохом выпрямляется правое колено, сгибается левое, уходим в мягкий поклон, садимся максимально низко, разворачивая правую стопу вверх, разворачиваемся все вместе, передний край коврика, и отшагиваем планку, колени, грудь, подбородок в пол, аштанга намаскар. Или же, если вы готовы, отжимаемся. Чатуранга дандасана вниз, вдох, собака мордой вверх. И выдох, собака мордой вниз. Вытягиваемся за левой стопой назад. Собака на трех лапах. Проверяем свое положение. Симметричные ладони толкают нас от пола. Оба блока остаются вытянуты. Длинный закрытый таз подвздошной косточки на одной линии. Вытягиваемся еще сильнее левой стопой назад. Вдох. С выдохом колено подтягиваем к колбу. Прошагиваем между нашими ладонями. Ой.
Опускаем правое колено в пол, со вдохом вытягиваемся за руками вверх, собираем их намаскар перед грудью и правый локоть отправляем за левое колено, скручиваемся чуть-чуть глубже. Стараемся толкнуть активно ладонь в ладони, вывести ладони на середину грудной клетки, расслабить живот. Со вдохом вырастаем вверх и с выдохом переползаем скандасану. Согнуто левое колено, правая рука раскрывает нас. На вдох, с выдохом разворачиваемся вперед, подшагиваем на передний край коврика, складываемся вниз. Вдох, вырастаем за руками урдвахастасана. И выдох, ныряем, ныряльщик. Поднимаемся на носочки, вдох. Выдох, пятки в пол, уткатасана. Вдох, выдох, ныряльщик. Поднимаемся на носочки. Еще раз с выдохом переходим, уткатасана. Вдох, выдох, ныряльщик. Последний раз стопы в пол. Поднимаемся, уткатасана, вырастаем здесь на носочках, держим баланс. Подкрученный копчик, активный живот. Плечи убираем от ушей. И отправляем пятки вниз. Вырастаем, подтягиваем к себе левую ногу в баланс. Правая стопа приклеена к полу. Обнимаем себя за голень, колено максимально близко. Подтягиваем к груди. Стопа все так же включена в работу, три точки опоры. Аккуратно придерживая себя правой рукой за левое колено, раскрываемся левой ладонью наружу. Делаем небольшую скрутку. Дышим. Возвращаемся обратно. И не теряя баланса, выпрямляем левую стопу от себя и переходим в аэроплан. Закрыты подвздошные косточки на одном уровне. Активно вытягиваем себя назад стопой. И аккуратно, пригибая правое колено, отшагиваем назад, приклеивая левую стопу. Вырастаем. Вирабхадрасана 2. Вирабхадрасана 2. Руки параллельно полу. Правое колено 90 градусов. Располагается над правой стопой. Левая пятка полностью приклеена к полу. Активное левое бедро, подтянутая коленная чашечка, подкрученный копчик, еще один вдох. И выдох, присаживаемся чуть-чуть ниже. Разворачиваем ладони к потолку, переворачиваем нашего воина, вытягивая себя правой ладонью вверх и назад, собираем лопатки вместе. С выдохом выпрямляем правое колено. Максимально вытягиваемся за нашей правой ладонью и переходим в триконасана. Ваш вариант. Может быть, вы можете быть только на бедре. Главное, чтобы ваш таз был максимально развернут в одной плоскости. Толкните чуть сильнее ваше левое бедро назад, а правое вперед. Раскройте таз, станьте максимально плоскими. Вытяните себя между обеими руками, лопатки собраны вместе. Еще один вдох и выдох. Со вдохом аккуратно вырастаем вверх. Стопы разворачиваем друг к другу, обнимаем себя и раскрываемся в дальний край нашего коврика. Вирабхадрасана 2. Наша левая ладонь, стопа смотрит четко вперед. Правая завернута на 45 градусов. Садимся с каждым выдохом чуть ниже. На вдохе переворачиваем нашего воина, проходящее положение. Собраны лопатки вместе. И с выдохом возвращаемся обратно. Левое предплечье на левое бедро. Вдох, вытягиваем себя за правой рукой вверх. И с выдохом 45 градусов плечо над головой. Утита Паршва Конасана. Почувствуйте это вытяжение от
правой стопы до правой ладони. Почувствуйте стабильность в ваших стопах. Вес вашего тела приходится на обе стопы. Со вдохом очередным переворачиваем нашего воина. Правая ладонь за правое бедро, левая вытягивает нас. И с выдохом выпрямляется левое колено, сгибается правое. Уходим в поклон, проседая максимально низко. Разворачиваемся на передний край коврика и отшагиваем планку. А выдох, наша виньяса. Чатуранга дандасана или аштанга намаскар. Вдох, собака мордой вверх. И выдох, собака мордой вниз. Несколько дыхательных циклов. Остаемся здесь. И с очередным вдохом, будьте внимательны, мы толкаем себя носочками. Делаем такую легкую волну, круглой спиной. Выходим в положение планки, сгибаем наши колени и оказываемся в позе стола, но наши колени не касаются пола. Держим это положение. И отсюда можно немножечко добавить. Отрывается левая ладонь и правая стопа касаются друг друга. Меняем правая ладонь, левая стопа. Левая ладонь, правая стопа. И правая ладонь, левая стопа. Еще по одному разу. Не теряем баланса. И возвращаемся все обратно. Выталкиваем себя собаку мордой вниз. Со вдохом вытягиваемся за правой стопой назад. В этот раз давайте раскроем здесь бедро, максимально вытянем себя правой ногой назад и отправим стопу к нашей ягодице. Еще один вдох. На выдохе подтягиваем колено ко лбу и прошагиваем между нашими ладонями. Вырастаем за руками вверх. High lunge. Если вам тяжело, можно отправить левое колено к полу. Или же, если вы готовы, скручиваемся здесь. Ладони перед грудью, левый локоть за правое колено. Держим скрутку, активируем левое бедро. Подтянутая коленная чашечка. Дышим. Со вдохом все вместе вырастаем вверх. И с выдохом подшагиваем на передний край коврика, складываемся уттанасана. Вдох, вырастаем за руками вверх, урдхвахастасана. И выдох, ныряльщик. Поднимаемся на носочках, вдох, выдох, стопы в пол, уткатасана. Вдох здесь, вырастаем вверх, подтягиваем к себе правое колено, выходим в свой баланс. В этот раз располагаем нашу левую ладонь на боку. Берем себя за большой палец нашей ноги. Если не получается, можно взять полотенце или ремень, сделать себе удлинение, взяться за него. Или же, на крайний случай, взяться за голень. Отсюда стараемся вытолкнуть нашу правую стопу вперед, не потеряв баланса. И полностью выпрямить ее в колени. Настолько, насколько у вас сейчас получается это сделать. Стараемся таз держать ровным. Подвздошные кости на одном уровне. И чуть-чуть подтянуть назад правое плечо, чтобы вывести его на одну плоскость с левым. Находим свой баланс. Если даже не получается, просто пытайтесь сделать это. Никак не осуждая себя. Это может быть сложно. Потом ваше тело привыкнет, вы его найдете. Отпускаем нашу стопу и аккуратно отсюда
выходим в аэроплан, руки в стороны, вытягиваем себя между нашими ладонями, вытягиваемся правой стопой назад, делаем вдох и с выдохом присгибаем наше опорное левое колено, правое сгибается и чуть-чуть уходит за него, проседаем чуть-чуть ниже и на вдохе возвращаемся обратно. Еще так два раза, выдох, приседаем и вдох, вырастаем, выдох, пытаемся, если не получается, просто стоим в балансе и вдох, аккуратно отшагиваем назад и вспоминаем, переворачиваем, вирабхадрасана 2, вдох, шанти воин. Выдох. Переворачиваемся. Триконасана. Вдох здесь. И выдох. Со вдохом вырастаем вверх. Руки к себе, стопы параллельно. С выдохом правая стопа вправо. Вирабхадрасана 2 вправо. На вдохе переворачиваем нашего воина. Вытягиваемся правой ладонью вверх. С выдохом выходим Паршваконасану. Стараемся в этот раз правую ладонь расположить перед правой стопой, удлинить наш бок и дышим. И еще один вдох и выдох, максимально вытягиваемся. Будьте внимательны, из этого положения разворачиваем корпус вниз, отрываем нашу левую стопу, разворачиваем ее вперед, даем себе мягкий толчок, кончики пальчиков правой руки стоят перед нашей правой стопой, отрываемся и выходим в Ардха Чандрасану. Раскрываем тазобедренные, вытягиваем себя левой стопой назад и чуть вверх. Можно левую ладонь расположить на поясе или, если получается, вытянуть ее вверх. Стать здесь максимально плоскими, раскрыться в тазу, найти свой баланс. Активная, активная, правая нога, держим. И с выдохом мягко присгибая правое колено, отшагиваем назад. Руки идут как мельница, левая забирает нас за ней, правая идет вверх. Шанти воин. С выдохом выпрямляется правая, сгибается левая нога, руки уходят влево, взгляд вправо, поклон. И разворачиваемся все. Вперед, отшагиваем в планку, переворачиваемся в планку на правом боку, находим свой вариант, держим баланс, активный кор, толкаем еще чуть-чуть сильнее наш правый бок, так чтобы раскрылся левая вся сторона, еще один вдох, с выдохом. Закрываемся. Планка. Чатуранга Дандасана. Собака мордой вверх. И собака мордой вниз. Не задерживаемся здесь. Вытягиваемся за левой стопой назад. Раскрываем тазобедренный. Отправляем левую пятку к нашим ягодицам. Толкаем себя ладонями от пола и правой стопой, раскрываясь чуть больше в тазобедренном. С выдохом округляем спину, левое колено подтягиваем к себе и прошагиваем между нашими ладонями. Вырастаем за руками вверх. High lunge. В левом колене 90 градусов. Ладони намаскар перед грудью, правый локоть за левое колено. Скручиваемся. Мягкий живот. Вытянутый позвоночник. Стараемся бедра развернуть наши четко параллельно друг другу. Со вдохом вырастаем вверх. С выдохом переползаем. Скандасана. Раскрываемся правой ладонью. Правый носочек и колено смотрят в потолок. Вдох. С выдохом закрываемся обратно
и подшагиваем на передний край коврика, складываемся. Вдох, вырастаем за руками вверх. Урдвахастасана. С выдохом ныряем. Поднимаемся на носочках. Ныряльщик. Стопы в пол. Вдох, уткатасана. Приседаем чуть ниже. Держим еще 3 глубоких дыхательных цикла. И со вдохом вырастаем вверх, подтягиваем левое колено к себе. Берем себя левой рукой за большой палец левой ноги. Правая ладонь у нас уходит на бедро. Ищем свой баланс, активизируем правое бедро, подтягиваем коленную чашечку. Если совсем тяжело, можно оставить опорную ногу присогнутой. Из этого положения стараемся, найдя свой баланс, вытолкнуть стопу вперед и выпрямить левую ногу в колени. Если у вас не получается, останьтесь на том уровне, где вы сейчас находитесь. Может быть, полностью согнутая нога. Просто держим баланс. Стараемся выровнять таз и вывести плечи на одну прямую. Взглядом поймайте одну точку. Это поможет вам держать баланс. Аккуратно отпускаем нашу ногу и мягко-мягко перетекаем вирабхадрасана 3. Руки в стороны. Вспоминаем, как мы делали на предыдущую ногу. С выдохом чуть-чуть приседает опорная, сгибается левое колено, уходит за правое. И на вдохе вырастаем обратно. Выдох вниз. И вдох вверх. Если вам тяжело, просто держите баланс. Выдох вниз. И вдох вверх. С очередным выдохом отшагиваем левой стопой максимально назад. Переворачиваем вирабхадрасана 2. Вспоминаем. На вдохе переворачиваем воина Шанти воин. С выдохом переходим 3 канасана. Вдох. Вырастаем вверх. Разворачиваем стопы. Руки скрестно и с выдохом вирабхадрасана 2 в дальний край нашего коврика. Не задерживаясь здесь, разворачиваем ладони в потолок. Шанти воин, вдох. С выдохом паршваконасана. Стараемся нашу левую ладонь расположить с передней стороны от левой стопы. Вытягиваемся. Если у вас не получается, остаемся в предыдущем варианте, когда предплечье лежит на бедре. Стараемся раскрыть таз. Еще один вдох. И с выдохом заворачиваем корпус вперед. Отрывается правая пятка от пола. Левые кончики пальчиков располагаются перед левой стопой. Даем себе толчок. И вырастаем на нашей левой ноге. Артха Чандрасана. Становимся максимально плоскими. Раскрываем таз. Вытягиваемся правой стопой назад и чуть-чуть вверх. Стараемся найти свой баланс. И не потеряв его, с выдохом мягко-мягко-мягко отшагиваем обратно. Переворачиваем нашего воина. Левая рука вытягивает нас с выдохом. Левое колено выпрямляется, правое сгибается, уходим в поклон. Руки вправо, взгляд влево. И все вместе переворачиваемся вперед, отшагиваем в планку и разворачиваемся на левый бок. Боковая планка, раскрываемся. Если вам тяжело, можно уйти на предплечье, помочь себе правой стопой, расположив ее чуть-чуть впереди. Держим это положение. Стараемся вытолкнуть себя еще чуть-чуть выше левым боком вверх, раскрывая правые ребра. С выдохом закрываемся обратно и уходим в нашу виньясу.
Собака, фу, чатуранга дандасана. Собака мордой вверх, вдох. И с выдохом колени уходят на пол. И таз садится на пятки. Поднимаемся на кончиках пальчиков рук. Прошагиваем ими максимально далеко. Большие пальцы ног соприкасаются с друг с другом. Колени можно развести чуть-чуть пошире в стороны. Удлиняемся нижними ребрами. И кладем область третьего глаза на коврик. Расслабляемся здесь. Дышим. Чувствуем, как лоб, соприкасающийся с землей, дает нам дополнительную точку опоры и заземляет нас. Очередным вдохом, круглой спиной вырастаем вверх, ладони приклеены к коврику. С выдохом уходим аштанга намаскар. Вдох, собака мордой вверх. И выдох, собака мордой вниз. Толкаемся от пяток вперед, переходим в положение планки. И отсюда аккуратно делаем прыжок, расставляем стопы чуть шире наших ладоней. Отправляем таз вниз, чуть-чуть копчик подкрученный, носочки развернуты в стороны. Собираем ладони перед грудью намаскар, большой палец касается грудной кости, наши локти расталкивают наши бедра, а бедра толкают наши локти. Активное положение маласаны. Дышим. Вытягиваемся макушкой, удлиняем наш позвоночник и всю нашу спину. Попробуем отсюда перейти баланс на руках. Ставим наши ладони на ширине. Да-да-да, на ширине плечевых суставов. Чуть-чуть поднимаем таз вверх, локти у нас смотрят четко назад, подходим стопами чуть-чуть поближе, наши колени согнутые отправляем в область подмышек, и отсюда не обязательно переходить сразу в положение бакасаны, взгляд обязательно держим вперед перед собой, можно попереносить просто сначала вес тела на ваши руки в этом положении, если получается поподнимать по одной ноге от пола, и если получается перенести вес тела на ваши руки, оторвать обе стопы от пола, взгляд обязательно перед собой или вперед. Несколько дыхательных циклов, поделайте несколько подходов, попыток, и аккуратно опускаемся все обратно, отшагиваем положение планки, колени, грудь, подбородок в пол, аштанга намаскар, таз отправляем на коврик, выводим наши локти перед собой под плечевыми суставами, ладони смотрят четко вперед, раскрываем грудную клетку, сарал пхуджангасан, сгибаем нашу правую ногу в колени, берем себя за стопу и в стопу, подтягиваем максимально близко к ягодице. Стараемся развернуть наше правое плечо и вывести его на один уровень с левым. Ардха Бхикхасана. Меняем ногу. Левая ладонь берется за левую стопу. Можно провернуть носочки. Стараемся выровнять грудную клетку. Опускаем нашу ногу, опускаем грудь на пол, сгибаем оба
колено. Хватаем себя с внутренней стороны за наши стопы. Если не получается, можно держаться снаружи. Или же можно накинуть ремень или полотенце на наши стопы, чтобы выйти в позу лука. Дханурасану. Не разводим колени слишком сильно в стороны. И из этого положения за счет силы в бедрах вытягиваем себя вверх. Отрываем грудную клетку, проворачиваем наши плечи, собираем лопатки и утопляем их в середине нашей спины, так, чтобы максимально раскрылась ваша грудная клетка. Не заваливаем шею назад сильно, шея продолжение нашего позвоночника. Взгляд чуть-чуть поднимаем вверх. Со вдохом чуть выше себя вытягиваем в свой максимум. И с выдохом уходим вниз. Возвращаем ладони под наши плечи и выталкиваем себя назад на пятки. Баласана. Несколько дыхательных циклов. Расслабляемся здесь, вытягиваем позвоночник. Стараемся приблизить ягодицы ближе к пяткам. Со вдохом с круглой спиной вырастаем обратно. Выдох, аштанга намаскар. Вдох, собака мордой вверх. И выдох, собака мордой вниз. Не задерживаясь здесь, поднимаем взгляд вперед. Чуть-чуть присаживаемся и мягким-мягким прыжком выходим на передний край коврика. Вытягиваем позвоночник, вдох. С выдохом складываемся вниз. На вдохе вырастаем за руками вверх. Урдва хастасана. И с выдохом ныряем вниз. Ныряльщик. Поднимаемся на носочках. Вдох. Выдох. Пятки в пол. Садимся. Уткатасана. Подкрученный копчик. Поднимаемся на носочки здесь. Вдох. Выдох, стопы вниз, ныряльщик, вдох на носочки, выдох, уткатасана, вдох на носочки, выдох, ныряльщик, поднимаемся на носочки, вдох, и выдох, уткатасана, стопы остаются на полу, держим 5, 4, 3, 2, 1, с выдохом медленно-медленно-медленно опускаем таз вниз и садимся ягодицами на пол. Обнимаем себя за колени, вытягиваем позвоночник. Выводим обе руки параллельно полу, ладонь смотрит на ладонь. И отрываем стопы от пола, голени параллельно. Навасана. Расслабляем мышцы лица. Раскрываем грудную клетку. Создаем мягкую улыбку на вашем лице. И с выдохом выпрямляем нашу правую ногу в колени. Вдох. Возвращаем обратно. Выдох. Левая. Меняем. Правая. Левая. Правая. Левая. Остаемся здесь. Медленно на выдохе укладываем только поясницу на пол. Вытягиваем ноги вдоль пола. Руки вдоль пола. 20 сантиметров. Держим. Ардханавасана. Держим, друзья. Не забываем дышать. И на вдохе все вместе поднимаемся обратно. Навасана. Ладони собираем перед грудью. Быстро-быстро скручиваемся влево и вправо. Не забываем о дыхании. Активно, скрутка на каждом выдохе. Не бросаем наши ноги. Держимся еще на 5 счетов. 4, 3, 2, 1. Опускаем наши ноги. Садимся на ягодицы. Подтягиваем к себе согнутое правое колено. Берем себя
тремя пальцами левой руки за большой палец правой ноги. Выпрямляем ее в колени. Левая лежит полностью на коврике. И со вдохом правой ладонью раскрываемся, скручиваемся здесь, удлиняемся позвоночником, толкаем нашу поясницу вперед, собираем лопатки вместе и взгляд отправляем максимально назад. Дышим. Возвращаемся обратно, укладываем нашу правую голень, согнутую в колени, сверху над левым бедром. Колено четко над коленом. Обе ягодицы сидят на полу, со вдохом вырастаем с руками вверх и с выдохом ладони отправляем перед грудью, намаскар. Делаем вдох, вытягиваемся и с выдохом скручиваемся в правую сторону. Располагаем наш левый локоть за правым коленом. Останьтесь на том уровне, на котором вы можете держать ровную спину, шея продолжение нашего позвоночника. На вдохе вырастаем за руками вверх и с выдохом распутываем наши ноги, вытягиваем их вдоль коврика, оставляем ладони чуть-чуть позади себя, натягиваем носочки, со вдохом отрывается таз от пола Пурва Уттанасана и с выдохом расслабляем шею, дышим. На выдохе отправляем таз обратно, подтягиваем к себе левое колено, берем себя правой рукой за большой палец левой ноги, выталкиваем стопу от себя, выпрямляем ее в колени и раскрываемся левой ладонью, скручиваемся здесь, взгляд вдоль вытянутый назад левой руки, толкаем поясницу вперед, раскрываем чуть больше грудную клетку. Возвращаемся со вдохом назад, сгибаем наше левое колено и укладываем голень и стопу над правой ногой. Сидим четко на наших ягодицах, со вдохом вырастаем за руками вверх, с выдохом намаскар перед грудью и правый локоть уходит за левое колено, скручиваемся здесь. Активная правая стопа. Натянуты немного на себя, расслабленные пальцы. Дышим. Со вдохом вырастаем вверх, раскручиваемся. И выводим ноги перед собой. Сгибаем их в коленях, берем себя за большие пальцы ног. Из этого положения ловим свой баланс на наших ягодицах, активируем живот, толкаем нашу поясницу, отрываем пятки от пола и стараемся выпрямить их в коленях. Находим свой баланс, удлиняем спину, лопатки натягиваем друг на друга, на себя, раскрывая грудную клетку. Дышим. С очередным выдохом отсюда подтягиваем к себе стопы, разводим колени в стороны, вытягиваемся еще раз спиной. И на очередном выдохе разводим наши ноги в стороны. Ловим свой баланс, стараемся вытолкнуть колени и выпрямить ноги в коленях. Стопы натянуты на себя. Раскрываемся еще больше в грудной клетке. Поясницу толкаем вперед. Возвращаем наши стопы обратно. Колени разводим в стороны. Стопы, как книжку, раскрываем перед собой и укладываем их вниз. Бадха Конасана. Ставим ладони на кончик позади себя. Чуть-чуть отрываем таз от пола. Покачайтесь.
вперед-назад. Выводим наш корпус в вертикальное положение. Расталкиваем колени в стороны. И с выдохом, если вам позволяет ваша растяжка, уходим вперед, наклон с длинной поясницей. Если у вас спина сразу округляется, мы оставляем руки позади, толкаем поясницу вперед, стараемся раскрыть здесь тазобедренные суставы. Находимся на своем уровне. Возможности с каждым выдохом наклоняемся чуть ниже. Все вместе возвращаемся обратно, вытягиваем, ставим наши стопы в упор, аккуратно, помогая себе руками, укладываемся на спину, переходим к небольшому циклу перевернутых асан. Я напоминаю, если у вас есть какие-то проблемы, сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническое заболевание, будьте внимательны к себе, скорее всего, вам стоит поделать самые легкие вариации, может быть, поднять стопы вверх. Давайте все вместе сделаем это. Прасарита Падасана. Только стопы вытягиваем вверх. Уголок 90 градусов. Если же у вас активный цикл менструальный, вам нельзя делать никакие перевернутые асаны. Собирайте стопы вместе. Супта Бадха Конасана. И весь этот цикл отдыхайте здесь. Все остальные вытягиваем ноги вверх к потолку. И если вам позволяет ваше тело, вы готовы идти дальше. Ладони вытянуты вдоль корпуса, смотрят вниз в пол. Толкаем таз чуть выше. Поддерживаем себя за поясницу нашими руками. Сводим лопатки вместе и вытягиваемся стопами максимально вверх в потолок, саламба сарвангасана. Если у вас сильно разваливаются локти, сильно округлен верх спины, вы чувствуете перенапряжение, можно выйти в випарита карани мудру, когда у вас есть небольшой угол в тазу, ваш таз лежит на ваших ладонях, это будет сломанная свеча, випарита карани мудра. Если вы можете, вытягивайтесь максимально вертикаль, вверх за стопами. Активизируйте ваши ноги, подтяните коленные чашечки. Все пальчики на стопах растянуты в стороны, тянут нас вверх в потолок. Подтягиваем ягодицы. И мягко держим это положение. С очередным выдохом начинаем призгибать ноги в коленях. Наша спина остается выпрямленной. И стараемся коленями коснуться нашего лба. Упрощенный вариант халасаны. Поза плуга. Можно остаться здесь, если вы готовы идти дальше. Выпрямляем наши ноги в коленях, активируем бедра и выходим в положение халасаны. Все так же вытянута наша поясница. Таз старается развернуться, провернуться дном, так как будто мы складываемся четко в наших тазобедренных суставах, не округляя наши поясницы. Подтянуты колени, стопы натянуты на себя. Взгляд четко вперед, перед собой, не крутим наши шеи. Держим. И аккуратно округляем спину, касаемся кончиками пальчиков ног позади себя пола, с выпрямленными ногами берем себя за голени, руки заводим за голову, активизируем наш живот, раскрываем верх спины и мягко позвонок за позвонком, подконтрольно, не бросая нашу спину, укладываем позвоночник на коврик. Если вам совсем тяжело, можно вытянуть руки вдоль коврика назад и помочь себе руками, опираясь на пол.
Медленно, медленно, медленно. Раскручиваемся обратно. Вытягиваем наши ноги вдоль коврика. Поднимаемся на локтевые суставы. Так, как будто бы мы сидим на пляже, наблюдаем за красивым океаном. Пятки собраны вместе. Наши носочки развернуты в разные стороны. Активизированы наши голени, активизированы наши бедра. Чуть-чуть локтями прошагиваем вперед. Собираем лопатки вместе, раскрываем грудную клетку вверх. И выходим от ясну, откидываясь головой назад. Стараемся макушку поставить на пол. Свести еще чуть больше наши лопатки. Так, как будто бы между ними что-то зажато. И толкнуть грудную клетку вверх. Активные ноги держатся на полу. Со вдохом все вместе. Сначала поднимаем взгляд вперед. Разводим наши локти в стороны. Округляем спину. И выкладываем ее на пол. Подтягиваем к себе стопы. Ставим их в упор на коврик перед нашим тазом. Поза полумоста. Стопы параллельно стоят на ширине тазобедренных суставов. Со вдохом выталкиваем ягодицы вверх. Собираем наши ладони в замок под нашими ягодицами. Собираем наши плечи чуть ближе, лопатки вместе. Активно выталкиваем грудь вверх и вперед. Прикрываем глаза. Таз максимально высоко. И в своей верхней точке стараемся расслабить ягодицы, расслабить живот, держаться только за счет раскрытия в грудной клетке и в упоре на наших плечах. Лишь затылок касается коврика, и наши плечи лежат на нем. Ни лопатки, ни верх спины не находятся на коврике. И с выдохом, округляя верх спины, позвонок за позвонком, возвращаемся обратно на коврик, подтягиваем к себе оба колена, таван муктасана, округляем поясницу, чуть-чуть покачайтесь со стороны в сторону, расслабьте вашу спину, расслабьте поясницу. Вытягиваем правую ногу от себя, стопа натянута, активная правая нога. Берем себя за левый большой палец ноги, левой рукой. Подтягиваем колено к нашей подмышке. Половина позы Happy Baby. Наша правая ладонь вытянута вдоль туловища, лежит лицом вниз на коврике, или можно положить ее на правое бедро. Из этого положения с выдохом аккуратно начинаем выпрямлять нашу левую ногу в колени. Обратите внимание, ваши оба бока должны оставаться длинными. Выталкиваем настолько, насколько у вас сейчас получается это сделать, не исказив положение вашего корпуса. Проверьте, ваш левый бок остается симметричен правому, настолько же длинный. Обе подвздошные косточки на одном уровне, таз выровнен. Ваша асана не имеет смысла, если вы полностью в ней перекосились. Аккуратно сгибаем наше левое колено, сгибаем правое колено, ставим правую стопу в упор и располагаем нашу левую пятку на правом бедре. Вытягиваем обе руки в сторону, ладони смотрят вниз, в пол, на уровне плечевых суставов. Делаем вдох и с выдохом всю нашу конструкцию уводим в скрутку в правую сторону, а взгляд уводим влево. Можно помочь себе правой ладонью, чуть-чуть прижав левое бедро еще ниже, расслабив живот, удлиняем наше дыхание. И на вдохе возвращаемся обратно.
Меняем наши ноги, вытягиваем левую стопу от себя, приклеиваем пятку к полу, подтягиваем к себе правое колено, беремся за большой палец правой рукой, правой стопы, левая рука вытянута вдоль корпуса или же лежит на нашем левом бедре, помогая прижимать его, с выдохом начинаем выпрямлять правую ногу в колени, вытягиваем стопу от себя. Представьте, что ваши стопы стоят на какой-то поверхности. Старайтесь развернуть наружную часть стопы чуть-чуть на себя. Проверьте ваши оба бока, симметричны ли они. С каждым выдохом стараемся толкнуть еще чуть больше колена от себя. Продолжаем работать. И с выдохом сгибая правое колено, сгибаем левое, ставим левую стопу в упор, располагаем правую на левое бедро, вытягиваем руки на уровень плечевых суставов. Оба плеча у нас полностью прижаты к коврику. С очередным выдохом скручиваем всю нашу конструкцию в левую сторону. Взгляд уводим вправо, помогая себе левой ладонью, прижимаем правое бедро. Ослабляем живот. Опускаем напряжение с позвоночника. На вдохе раскручиваемся обратно, сгибаем к себе оба колена, обнимаем себя, можно покачаться из стороны в сторону, поделать какие-то движения, которые хочет поделать ваше тело. И последнее, что мы с вами сделаем в сегодняшней нашей практике, это, друзья, шавасана. Готовимся к ней, готовимся к финальному расслаблению. Укладываемся максимально удобно на ваши коврики. Выравниваем позвоночник, раскатываем поясницу, раскатываем верх спины. Вытягиваем шею. Если вам дискомфортно в пояснице, можно стопы поставить в упор или же подложить какой-то валик под ваши бедра, что поможет вам расслабить поясницу. Оставляем ноги в стороны. Чуть шире тазобедренных суставов лежат ваши пятки. Расслабленные стопы. Расслабленный таз. Открытые подмышечные впадины, открытые кокс-чакры, открытые ладонные чакры смотрят вверх в потолок. Прикройте ваши глаза. Внимательно пройдитесь по всей передней поверхности вашего тела. Отследите точки напряжения. Отследите симметрию левой и правой половины вашего тела. Все части тела, в которых присутствует какое-либо напряжение, осознанно расслабьте. Расслабьте мышцы лица, нижнюю челюсть, язык. Расслабьте ваши глаза в глазнице. Отпустите точку межброви.
переведите ваше внимание в нижнюю часть тела. Прочувствуйте ее тяжесть. Почувствуйте все точки соприкосновения вашего тела с полом. Почувствуйте, как весь вес вашего тела давит на пол. Эта широкая опора позволяет вам чувствовать стабильность и максимально расслабиться. Побудьте в шавасане так долго, как вам хочется, как вы можете позволить это себе. Я благодарю вас за проделанную практику сегодня. Намасте.